Приветствую на канале Asmo Deplay. Мы продолжаем играть Джеймс Бонд. Продолжить. Что-то я не понял. Ну-ка, подождите-ка. Загрузить. Вот это, наверное. Ну-ка, что это такое? Нет. Блин. Так, не понял. Избавьтесь от убийцы Якудза. Ни хрена себе. Вот тебе раз, вот тебе два. А ну точно так должно быть. Так, это мы взяли. Все. Так, возвращаемся. Блин, где он? То хрен попадешь, то хрен выйдешь. Это все нахуй. А то что-то какая-то ерунда получается. Какой-то якудза сразу гоп и появился. Мать его, где ты? Дайте мне выйти отсюда. Хватит, я в прошлом видео побродил здесь. Чего у меня там якудза сразу так стал? Ну. Задание выполнено, Мэхью. Пойдем. А как же Кика? Ты ее видел? Она в порядке. Уверен, она сама сможет позаботиться о себе. Нет, все-таки смотрите-ка, блядь, как-то с этого и начинается. Жди здесь. Надо уходить.
Так. Где ты, падла? Я так понимаю, что надо тебя все с прибором хренакать. Так. Так, понятно. Ладно. Как я тогда хренак это? Да где ты шелестишь? Охренеть, его долбить надо. В моем сейфе ты найдешь код, который понадобится тебе, чтобы получить данные о ночном огне. Ночном огне? Тебе понадобится пароль для ввода. Это форсажная камера. Я думал, что данные были здесь с тобой. Небольшая перестраховка, но мне теперь конец. Я это чувствую. Я немного задержалась. Алекс. Алекс. Обещаю тебе, Дрейк заплатит. Кио, здесь небезопасно. Поехали со мной. Движение бомба, блин. Чтобы попасть в главную систему Феникса, тебе понадобится код и пароль Алекса. Но, наверное, они уже перекрыли все входы в здание. Нет ничего невозможного для двух агентов. Это магниты. С их помощью можно забраться по металлическим поверхностям. Транквилизаторы. Мгновенно и бесшумно усыплят противника. Дешифратор. Мини-компьютер. Ключи управления лифтами и так далее. И, наконец, я хочу показать вам вот это. Вставьте этот диск в один из компьютерных терминалов, а потом позвольте MI6 управлять системой. Джеймс, надо поторопиться. Охрана сменяется через полчаса. Значит, электроника. Все, я понял. Господи. Что там, сифон-фильтр? Или как, блин?
Джеймс Бонд. Так, оставайтесь незамеченным, крадите данные, я начну. 007, помни о том, что охранники — это невинные люди. Используй точёный пистолет в твоей ручке, чтобы усыпить их. Понятно. Буду я сейчас пользоваться, как дал. Переодеться нет? Охренеть, подожди, а... Помни о том, что охранники — это невинные люди. Используй точёный пистолет в твоей ручке, чтобы усыпить их. Так, вы меня не видите пока, да? Украдите данные. Вот так сейчас попробую. Прислуживать этим ребятам тогда, когда им вздумается. Это мне не трудно. Это ведь наша работа, верно? Поднять тревогу. Вот так. Ну-ка, вот, а теперь вот. Нет, не сюда. Ладно. Где там что-то? Аккуратненько идем. Куда попали? Получите карточку доступа, войдите в комнату безопасности. Не волнуйся, он как всегда спит. Что, на столике? Это не проблема.
С этим мы разобрались. Так, если не ты, ну как карточка может. Ни хрена не делаешь. Да хрен у тебя, короче. Пока оставляем вот это. Ага, во. Подожди. Мать его, блядь. Понятно, сам еще. Блин. Закрыто. Бля, это эти проснулись. Ладно. Но только у меня на всех тоже не хватает. Он как всегда спит. Что, на столике? Куда идем? Лучше карте войдите в компьютер безопасности на первом этаже, включите лифты и на главную вышку. Давай, я где-то видел эту штуку. Так, а если я вас пристрелю? Он как всегда спит. Что? Нельзя убивать. Убивать нельзя. Не волнуйся, он как всегда спит. Что? На столике? Вот. Это не проблема. Бежим, 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 бежим.
Вон еще один там у дверей. Мне кажется, оно так должно как-то проходиться. Нет? Не какой-нибудь там спидран. Ну, он там наверху кто-то вроде бегал. Не волнуйся, он как всегда спит. Что, на столике? Это не проблема, карточка. Ну, кстати, который наверху, он-то и вызвал тревогу. Охренеть. Так, этот человек идет туда. Возвращаемся. Давай. Центральные лифты включены. Так, остановись, так, украдите данные. Чтобы пробраться мимо одностороннего. Так и знать бы еще в каком бы это излучении смотреть бы на это. Я сомневаюсь, что игра должна быть так. Загрузите так. Бонд, червяк. Не забывайте, что с помощью своих очков вы можете видеть лазерные лучи. А в каком диапазоне, вы не сказали? Все, вижу. Кто-то где-то начинается, блядь, игруля. Бонд, не забывайте, что с помощью своих очков вы можете видеть лазерные лучи. Да ни хрена не так. Ты-то откуда вылез, падла? Надо просто узнать, куда здесь идти.
верите, что с помощью своих очков вы можете видеть лазерные лучи? Также на этом этаже есть камеры наблюдения, так что будьте предельно осторожны. По идее, сюда надо загрузить. Нет. Да, куда? Бонд, кажется, это и есть нужный нам компьютер. Вставьте в него устройство и за дело. Опа! Ладно, этот есть. Еще где-то есть. Где-то еще есть. Сохранить, да? Твою мать! Так, где-то что-то. Я его вижу. Блять. Что за... А, кстати, если с другой стороны пойти. Че я так сразу категорично-то с этой стороны начал? С другой стороны? Thank you.
Блин, не похоже, что эти, да, компьютеры так бы голосовое было бы. Так. Значит, я до него еще не дошел. Вот этот, наверное. Сейчас, минутку. Подожди. Давай. На первом этаже. Твою мать, мне сейчас на первый этаж. Тем же путем, что ли? Вперед. А ты-то как вызвал? Блин! Какие вы? Пиздодельный, я даже слов нету. Так краса, по идее, надо. Можно здесь никого не тыкать, я так уверен. Игра на это предусмотрена. Берегитесь, у него пистолет. А, вот, сигнализация сработала, нахуй. Через линию тут пробил. Охренеть, блядь. Ну ладно, чё? Уах, уах, уах. Давайте, пропики точёные, блядь. Чё отвечать в перемене на вопрос про пики точёные? Тут это, блядь, Гарик меня. Парламов нахрен. Взбунтовал на эту хрень. Вперед. Так. Мать его, идтить. Это как же понимать? Сохраним отсюда. Он вооружен. Осторожно, бот. Подожди. Загрузить. Да, блять. Как с вами бороться? Будьте добры, дверь закрыть.
Так, кто еще остался? Здесь пока все нормально. Под камерой. Сохраняем. Я не хочу, блин, опять пробираться там. Я не понял, что-то кто-то проснулся, что ли, или что? Может, камера на него наткнулась? Вот так вот. Ни хрена. Поспи, дружок. Так, первый этаж вот здесь вот должен быть. Включите подъемники главной башни. Падла! Я даже этот вариант не предусмотрел. Мне сейчас можно просто ходить их вырубать или как? Почему так?
блин. Не, ну они туда зашел. Ах, не туда зашел. Давай расшифровываем. Система автопроверки работы лазеров запущена. И вот теперь сохраняем. Ух ты. Так. Ладно. Сложная миссия, кстати. Блять, хоть бы камуфляж придумали. О. Так, ну взять-то я взял. А мне толку-то с того, чё? Сохраним, ладно. Только это навряд ли мне поможет. Так, это удалим позлишнее сейчас. Да нет. Я говорю, сомневаюсь, что ты мне поможешь, потому что они же мирные. О, недопустимы жертвы мирного населения. Вот про что я и хотел сказать. Взять-то я взял, да смысл нахрен. С Гулькин хер, если использовать не можешь. Где-то провалил.
Либо по верху, либо по низу надо хренакать. Давайте попробуем по верху сначала. Обратно не забираются. Стекло. Понятно. Да подождите, бля. Разогревай. Так. На, сохранить нахрен. Что-то я правильно сделал, хотя бы где-то. Вот эту хренью, которая непонятно чего это. Так. Опа. Дополнительный лифт включен. Сработала система безопасности, лифт отключен. Протоколы безопасности, установленные в лифте пентхауса, оказались намного сложнее, чем мы предполагали. Должно быть, дверь прячет там что-то необычайно ценное. Ты должен поискать другой путь на этот уровень, расположенный 4 этажами выше. Да. Минутку. Так. Куда-то зашел. Магнитные кошки, чтобы взобраться по стеклянной поверхности здания. Bond, I suggest you use the Q-grapple to scale the side of that building. Now, I've never actually tested them on a wet surface, but I suspect that you'll be justified. Q, your confidence is overwhelming. По
стеклянной стене здания. Я как понимаю, там надо красть. А, так он сам. Так. Это будет слишком нагло, конечно, я даже вижу. Этого расстояния должно было хватить, да. Я так и знал, что сейчас он уйдет. Уходи. Как твой маршрут пролегает? Ну-ка. Так, так долго я ждать не собираюсь. В следующий раз включить чего? Сохранить. Пока успеваю. Охренеть, вот мне повезло. Сохранюсь. Блин. Так. Мы его видим. Сворачивайся. Так, нормально. Ага, долез. Ну что ж, я думаю, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Дальше пробираться будем уже в следующем видео. Пока!